С этим я справлюсь. Thank you.
Осмотрись, Сюнин. Все хорошо? Что еще? Больше ничего не желаю. Thank you.
Привет. Могу принести еще. Мудрый выбор. Станешь сильнее, чем прежде. Хочешь купить? Спасибо за покупку. Хорошая вещь. На этом все.
Здравствуй, Эйвор. Хочешь закрыть? Может, достаточно? Тут. Что произошло? Они призвали Флана. Надеюсь, он скоро явится и утихомирит их. Итак, король, нам было что обсудить в последние дни. Весть об Эогоне разнеслись точно пожар. Люди напуганы. Да и мы чрезвычайно обеспокоены. Знаменитый аббат оказался язычником. Даже среди кормчих церкви нашелся друид. Кто знает, сколько еще у них приспешников. Нужно действовать. Избавить от них наши земли. Учредить суд Святой Церкви. Да как ты смеешь? Эгон действовал в одиночку. Он принадлежал к тайному братству. Или ты это отрицаешь? Вовсе нет. Но теперь ты только и будешь говорить, что о детях Дану. Это сорняк, корни которого вера друидов. Не изведем его, все это может случиться снова. Флан, мне не нравится, на что намекают эти люди. Не слушай их. Смеешь указывать королю? Ты... трава того же корня? Даже знаешь это братство по имени. Быть может, и ты многое скрываешь, как скрывал Эагон. Подлец! Хватит! Заговоришь с ней так снова, тебя съедят крысы. Заживо. Прости меня, мой король. Бард,
Я ни в чем никого не обвиняю, а хочу лишь объяснить одну важную вещь. Мы не знаем, откуда опять придет беда. И не можем надеяться, что ее не будет. Мы христиане и должны отринуть разногласия и объединиться, чтобы сохранить нашу веру в Ирландии. Флан, нельзя же просто... Твое мнение я знаю, Киара. Кто еще желает высказаться? Я хочу. Совершенно ясно, что против этой угрозы мы готовы выступить сообща. Будем бездействовать. Старые корни пустят новые ростки, и где-нибудь созреет бунт. Но если примемся за дело, учредим суд церкви, то земли наши обретут единство. Это мой народ, Шихфрих! И в нем есть те, кто угрожает всем нам. Действительно ли ты готова встать сейчас на их защиту? Кто-нибудь еще? Государь, все мы считаем, что верный путь тут. Лишь один. Мы учредим суд церкви. Друиды примут нашу веру или будут изгнаны. Ирландия станет полностью христианской землей. Куда ушла Киара? Домой. Это там, дальше, по дороге. На ней лица не было. Киара вне себя. Надо ее успокоить. Киара! Прочь! Оставь меня! Что это? Что ты делаешь? Флан, дурень бесхребетный! О чем он думал? Он увидел возможность объединить королевство и ухватился за нее. Как любой король. Не защищай его! И не думаю. Но скажи, мог ли он отвергнуть всех этих королей разом? Твой гнев понятен. Но ты знаешь Флана. Это решение далось ему непросто. Давай поговорим с ним. Уж ты-то сумеешь убедить его поступить по-твоему. О, да. Хочет он того или нет. Что? Прости. Я не могу позволить нас уничтожить. Эйвор! Ты слышишь меня? Эйвор! Эй, что с тобой? Ты видел Киару? Я думал, она здесь. Эйвор! О! Больше некому. Не знаю, что у нее на уме, но она в гневе. Я виноват. Нужно с ней поговорить. Боюсь, поздно. Она сказала, что не даст уничтожить друидов. Что она задумала? Камень Фаль. Думаю, она как-то использует его. Что, камень? Это древнее сокровище ее предков. Возможно, мы не все о нем знаем. Я предвидел, что мое решение ее разгневает. Но думал, что мы сможем договориться. Ты был в непростом положении. Поддержишь одних, предашь других.
таких случаях нужно дать себе время на раздумье, чтобы найти наилучший выход. Я поступил необдуманно, Эйвор. Прислушался к страхам людей, чьей верности так жаждал. Приготовься, мы почти на месте. Киара! Прочь! Уходи! Киара! Решил уничтожить нас? Я уничтожу тебя! Готовь меч, Флан, и держись рядом. Эйвор, что же нам делать? Драться! Если хочешь жить, берись! Они не послушают! Киара как-то подчинила их разум! Защищайся! Я должен тебя остановить! Ты встанешь меня на пути? Я думала, что ты их поймешь! Да! Но это слишком! Он прав! Между нами еще может быть здесь! Будь наготове. Киара, где же ты? Киара! Флан! Поднимем ставки. Обогрешь руки кровью короля. Эйвор! Эту силу не укротить, Киара! Она поглотит тебя! Хватит, Киара. Довольно. Отступись. Ты просто убийца. С пустотой внутри. Все твердишь о чести. И где она? При мне. Служишь Бариду?
Его сынку? Ты просто пешка! Он мой родич! И ты пойдешь на что угодно, чтобы защитить тех, кому верен! Я такая же! Если нужно убить тебя, чтобы спасти мой народ, то так тому и быть! Я многих победил. Не заставляй прибавлять и тебя к их числу. Что ж, не сдавайся, как и я. Хватит, Киара. При мне. Что ж, не сдавайся, как и я. Эти битвы. Опомнись, пока не поздно, Киара! Я лучше умру, чем дам нас достать! Ты знал, что я не дам погубить друидов. К чему же притворялся мне другом? Это не притворство. Я думал... Я надеялся, ты будешь лучше, чем Элган. Не смей равнять меня с ним! Да? Оглядись вокруг. Ты сделала ровно то, на что надеялись дети Дану. Стала инструментом их замысла. Всегда им была. Когда умерла мать,
Я осталась последней, кто мог пробудить камень Фаль. Не думала, что применю этот дар так глупо. Что теперь? С меня довольно. Эгон и дети Дану хотят лишь власти, что дарит камень. А я ключ, который ее высвобождает. Лучше смерть. Убей меня, Эйвор. Вместе со мной погибнет сила Тары. И ничто не будет сбивать мой народ с пути. Наша вера не сгинет. Я спасу ее. Помоги мне. Прошу. Ты ключ к камню, но источник силы он сам. Так уничтожь его. Нет, я не могу. Твои предки давно покинули этот мир. Они не станут горевать о потере. Иногда нужно жертвовать тем, что мы ценим, чтобы спасти тех, кого любим. Жить не прошлым, а будущим. Киара! Я раскаиваюсь. Я подвел и тебя, и истинных друидов Ирландии. И прошу за это прощения. Я дам королям знать, что изменил решение. Ирландия будет такой, как ты хотела. Надеюсь, что так, Флан. Прощай. Прощай, Эйвор. Куда ты пойдешь. Ну что, как ты, Флан? Весь в синяках и шрамах. Но жить буду. Вот гордость моя, пока не знаю. Но я тебя не убил. Возможность была прекрасная. Полагаю, тебя теперь уж точно могу считать другом. Сделай так, чтобы Шихфрих правил долго. Я никогда не стану тебе врагом. Ты говорил с другими королями? Ведь ты поэтому пришел? Да. Суда церкви не будет. Ты помог мне понять, что Верховный Король в ответе за всех подданных. Мне только жаль, что я сам не понял этого раньше. Ты трудишься во имя общего будущего. Киара была бы довольна. Знаю, что в Англии у тебя много дел, Эйвор. Но можешь возвращаться в Ирландию, когда пожелаешь. До свидания, Флан. До новой встречи. Что сказал бы обо всем этом мой отец? Баррет хотел сделать так, чтобы Дублин твердо стоял на ногах, когда станет твоим. Всего он сделать не успел, но тобой гордился бы. Я не забуду, что ты сделал для моей семьи. Для нашей семьи, Шихфрих. Прощай. И да пребудет с тобою хук отца, как и со мной.
Эйвор, так Ферасии даст. Мои друзья отомстят тебе. Дай взгляну на товары. Ну, нравится тебе это? Да, не... Мне... Что видишь, Сюнин? Что сегодня при... Я же просто даром это отдаю. Советую. Тебе подойдет. И что, это все? Ищ. Приходи еще. Пойдешь с нами в набег? Thank you.
Больше паруса! Здесь одни развалины. Нечего грабить, пока кто-нибудь все не отстроит. Huh?
Видимо, заперто с той стороны. Много добра, один не унесу. В бой! Добычу! Эй, сюда! Славная добыча! Уходим! Парус поднять! Убрать парус!